Сейчас мы расскажем вам, как приготовить клубничное пирожное фризье ко дню Святого Валентина. Рецепт рассчитан на 10 порций, время приготовления 2 часа 10 минут. Нам потребуются яйца, сахар, сливочное масло, мука, растительное масло, молоко, стручок ванили, апельсиновый ликер и клубника. Сначала разделить 7 яиц на белки и желтки. Взбить белки в плотную пену с добавлением 165 граммов сахара. Смешать желтки с растительным маслом. Аккуратно вмешать взбитые белки в смесь из масла и желтков. Постепенно добавить 165 граммов муки. Полученное тесто распределить на пергаментной бумаге и выпекать в духовке при температуре 200 градусов в течение 7 минут до золотисто-коричневого цвета. Для приготовления крема необходимо довести до кипения молоко со стручком ванили. В отдельной миске взбить 2 яйца и 125 граммов сахара. Постепенно добавить небольшое количество теплого молока и 35 граммов муки. Полученную смесь добавить к оставшемуся молоку и оставить кипеть на слабом огне до загустения. Переложить смесь в миску, накрыть пищевой пленкой и дать остыть. Для приготовления сиропа необходимо добавить в воду тростниковый сахар и вскипятить, чтобы сахар полностью растворился. Нарезать клубнику ломтиками и кусочками. Далее взять лист теста, снять с него пергаментную бумагу и вырезать из него круги при помощи металлического кольца или стакана. Уложить пергаментную бумагу на противень и разложить на ней кольца для торта. На дно колец положить круги из теста. Разложить в кольцах пластинки клубники. В приготовленный крем вмешать сливочное масло и апельсиновый ликер. Переложить крем в кулинарный мешок и покрыть им тесто. Уложить сверху пластинки клубники, снова покрыть их кремом, сверху положить второй круг из теста. Пропитать его сахарным сиропом и заполнить кольцо кремом доверху. Сверху пирожное можно украсить на ваш вкус, например, марципаном. Вынуть пирожные из колец и украсить сладостями на ваш вкус. Приятного приготовления! Еще больше рецептов, новостей и полезных советов ищите на нашем сайте foodkultur.ru.